Очередная громкая отставка в британском правительстве. Второй человек после Терезы Мэй и ее ближайший соратник, первый секретарь аппарата премьера Дэмиан Грин, ушел с поста из-за порнографии и лжи. Подробности этой истории узнаем у Светланы Чернецкой, она в Лондоне. Дэмиан Грин до последнего держался за эту должность. Заместитель премьер-министра страны надеялся, что эта история закончится ничем, и он сможет продолжать работу в правительстве. Но 7-недельное внутреннее расследование постановило, министр нарушил этический кодекс. И его настоятельно попросили уйти. Это давняя история. В 2008 году полицейские нашли на рабочем компьютере политика жесткую порнографию. Но должности 61-летний Грин лишился не поэтому, а из-за того, что когда об этой истории вспомнили 2 месяца назад, он солгал. Сказал, что все это выдумка, и полиция никогда не связывалась с ним по поводу найденного порно. Это очень-очень грустный момент для всех коллег Дэмиана, которые знают его как очень способного министра, очень преданного, работающего на благо самых нуждающихся людей в обществе. Но очевидно, что он нарушил министерский кодекс, и Терезе Мэй пришлось принять это сложное решение. Теперь уже бывший министр продолжает настаивать, что порнографию на рабочем компьютере не смотрел, но действительно ввел всех в заблуждение, заявляя, что полиция с ним не говорила по этому поводу. Дэмиан Грин – правая рука Терезы Мэй. Он заменял ее в парламенте, когда премьер была в отъезде, но всегда старался держаться в ее тени, оставаясь одним из самых давних и надежных друзей. И эта отставка серьезно ударит по главе правительства. Мэй стремительно теряет соратников. В разгар важнейших переговоров в истории страны по выходу из ЕС это уже третий министр за последние 2 месяца, ушедший с поста со скандалом. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».